Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас очень вкусный... Здесь у меня полкило говяжьей печени. Я удалила пленку и вырезала все вот такие прожилки, каналы, чтобы у нас печенка была чистая. Нарезаем. И приготовим самый вкусный маринад. Мне кажется, вкус печенки в этом маринаде. Так, все еще вот этот красиво разрежу. Все, готовим маринад. Яйцо. Сода. Сахар. И крупная соль. Подробный рецепт под видео. Соединяем все ингредиенты и вот так просто хорошо размешиваем весь маринад. Красота! Накрываем пленкой, и я оставляю на ночь в холодильнике. Вы же меня знаете, поэтому у меня уже есть готовое. Я вчера вечером печенку подготовила. И чтобы вы увидели, как отличается свежий маринад и уже прошла ночь. Заметно, да? Этот я отправляю минимум часов на 10 в холодильник, а с этим мы с вами будем сейчас работать. Берем бумажное полотенце. И печенку просушиваем. Печенка уже готова. Мука. Панируем. Просто в муке. На одной сковородке обжариваем луковицу. А здесь печенку. Недолго. По пару минут с каждой стороны. Лук у нас обжаривается. Переворачиваем печенку. И еще пару минут. Уменьшаем огонь. Укладываем наш лучок. Немножко водички и накрываем крышкой. Пятнадцать минут. Если большие куски, 20. У вас есть время подписаться на мой канал. Этот рецепт 100% работает. Прошло 15 минут. Готовы? Это самая вкусная и нежная говяжья печенка. Посмотрите, как это красиво. Спасибо, что вы были со мной. Рецепт под видео. Красота!